Ну, скажу, такая веселая, бескомпромиссная, хорошая игра. Поблагодарю хозяев. Они нас хорошо встречали, встретили. Ну, мы тоже ответили вроде как. Поначалу хорошо, но потом чуть-чуть попятились. Поэтому спасибо, скажу, своей команде за второй тайм. В принципе, так. Значит, сыграли еще агрессивнее, чем в первый. Закрыли все свои проблемы, которые у нас возникали слева. И отодвинули игру от своих ворот. В принципе, удалось фактически весь второй тайм прессинговать соперника. Накрыли его, не использовали такой очень хороший момент свой. Если бы его использовали, то было бы хорошо. Но, в принципе, закономерная игра, ничейная игра. Значит, и хорошая игра. Если вопросов по футболу нет, Леонид Александрович, как вам возвращаться в Витебск? Какие-то воспоминания? Ну, скажу так, прекрасный стадион, прекрасное поле, в отличие от того, когда я играл. Значит, и прекрасная футбольная атмосфера. Значит, и как было сказано до меня, подросла трава, футбол очень быстрый стал, очень динамичный, очень интересный. Поэтому, значит, ну, я рад, что вернулся сколько через там, ну, почти через 25 лет, последний, наверное, был здесь. И был удивлен таким стадионом. Прекрасно.